Всех приветствую, продолжаю рассматривать работы художников, скульпторов и биографии. Адольф Шрайер, немецкий художник, представитель Дюссельдорфской школы живописи. Родился 9 июля 1828 года. Я пользуюсь данными из переводной Википедии. Изучал искусство сначала в институте Штенделя в своем родном городе Франкфурте на Майне, а затем в Штутгарте и Мюнхене. Написал многие своих любимых сюжетов во время путешествий по Востоку. Сначала он сопровождал Максимилиана Карла, шестого принца Турна и Таксиса, через Венгрию, Валахию, Россию и Турцию. Затем в 1854 году он последовал за австрийской армией. В 1856 году отправился в Египет и Сирию, а в 1861 в Алжир. В 1862 поселился в Париже. Затем вернулся в Германию в 1870 году и поселился в Кронберге, близ Франкфурта, где и умер 29 июля 1899 года. Шрайер был и остается особенно почитаемым художником, изображающим лошадей, крестьянскую жизнь в Валахии и Молдавии, а также боевые происшествия. Его работа отличается превосходным мастерством рисования лошадей, а также наблюдательностью художника и убедительным высказыванием. Они пользуются особой популярностью у французских и американских коллекционеров. Да и его батальные работы находятся в Шверинской галерее, а другие в коллекции графа Менсдорфа Пуи и в галерее Берлин. Многие из его лучших картин в коллекциях семьи Рокфеллеров, семьи Вандерсбильт, Джона Джекоба Астера, Уильяма Бекхауса, Астера старшего, Августа Бальмонта и Уильяма Уолтерса. Вот так вкратце данных немного о немецком художнике, представителе Дюссельдорфской школы живописи Адольфе Шрайере. Пока-пока, до свидания. Thank you.